действительно тоже очень рада, что я попала на тренинг. Вообще, на самом деле, такая предыстория еще была. Где-то, наверное, может быть, года три назад мне мама говорила, давай или сходили к психологу, или на какой-то тренинг тебе нужно. Я чувствую, что тебе, ну, как мать любая, да, своего ребенка чувствует. Тебе нужно. У меня вроде все хорошо было, но что-то не то. И она говорит, сходили к психологу, запишись. Я даже была пару раз записывалась, но не шла, не ходила. То есть не конкретно к вам, а к психологу. И тут, получается, может быть, уже пришло время, да, пришел свой час. Мы по телевизору сидели вот так вот в субботнее время. По КТК увидели телепередачу. Там как раз таки вот было. Вот, и мне мама почему-то так настояла, хотя до этого столько тоже разных передач, и постоянно она вот именно средства массовой информации, она очень любит это, смотрит, и она говорит, сходи, прям вот она настояла, можно сказать, и я почувствовала сама, что да, мне нужно сходить, и я вот записалась, я нисколечки, ни капельки вообще не жалею. Вчера пришла с такими эмоциями домой, давай маме все рассказывать, хочу тоже маму записать, пусть она тоже придет. Вот, и я рада, что я познакомилась с новыми людьми, мне все понравились, все на самом деле. Я даже чувствую, что все энергетически друг другу подходят, потому что не было какого-то там раздражителя или еще чего-то. Очень рада, новые знакомства, интересные люди. Всем спасибо за поддержку, как одна семья, это очень здорово, все очень хорошо. И вам спасибо, Игорь, огромное спасибо. Вы на самом деле для меня вчера, вот прям именно уже вчера, уже как глаза у меня открылись, на многое уже другими глазами, вернее, смотрела на многие вещи. Спасибо большое.